А теперь кооперативные сводки региональной госавтоинспекции. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 18 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, выявлены 22 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 7 человек, ранее лишенные права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации на территории республики сотрудниками госавтоинспекции вынесено 5860 постановлений об административных правонарушениях. 25 июня в 4 часа 30 минут на 353 километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь 44-летний житель Краснодарского края, управляя автомашиной «Шевроле Нива», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате опрокидывания водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 25 июня в 19 часов 40 минут 34-летняя жительница города Элиста, управляя автомашиной Volkswagen Пол, в районе 7-го микрорайона города Элиста совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате наезда несовершеннолетний пешеход доставлен в медицинское учреждение.